Пока победители футбольного матча на стадионе «Локомотив» радовались победе, решался исход соревнований по волейболу. Среди железнодорожников продемонстрировали виртуозное владение мячом и точность передач 7 сборных от различных подразделений станции «Кунгур». Создало настроение спортсменам и активное участие группы поддержки, что принесло свои плоды. В финал соревнований вышли представители пожарного поезда станции «Кунгур» и кунгурской дистанции пути. Уверенную победу со счетом 2-0 на этот раз одержала команда ПЧ-3.